Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Audi A6 2011 года выпуска, объемом 2 литра, турбодизель CGLC. Пробег двигателя составляет 115 тысяч миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.